get the alpha, be the alpha. Пауза продлилась меньше, чем мы все вместе думали, и Dota Pit продолжается! Это ура! Ты обещал? Я, да. Дефолт. Как всегда. Как всегда во всем виноват я, на этот раз я виноват в том, что пауза продлилась не так долго, как мы все думали. Полуфинал Виноров начинается прямо сейчас, Virtus Pro. Вчера уже был Пуджик, и был довольно неплох. Ты веришь в этого героя, в принципе? Да, верю. Я верю. Вот Пуджик, ну там поменяли же все-таки его немножко. Там. Нет, ты не и веришь в этого героя. И ультимейт притягивает к себе там еще руны ближе. Можно таскать. Да, руны это таскать. Самый вообще кайф. Сейчас вот это бы рунки потаскать. Эх. Да, за Пуджиком соскучились мы на просцене, на самом деле. Ну так серьезно соскучились, потому что хочется этого парня видеть намного чаще. А, ну, может быть, в новом патче будем видеть намного чаще. Кто его знает, вот первая уже играет. По какой причине? Сразу. Ну, не знаю, просто по причине того, что это клевый герой. Просто он есть, а? Да? А? А? Ну, может, конечно, и такое быть. Там всякие есть идеи у Вичи, и у Ньюби, и у всех-всех-всех, кто любит выдумывать интересные тактики. Но, с другой стороны, тут, мне кажется... А вроде бы это и правильно. Это все-таки Virtus Pro, хотел сказать о том, что это ВП, они вот имеют какой-то пул героев, они всегда играют вот этими своими идеями, наработками. И вот, может быть, такие какие-то пуджи и прочее-прочее где-то да и сработает против Virtus Pro. Сегодня вначале немножко оступились, я думаю, успокоились. Теперь ВП точно знают, как и что. В этом патче делать. Мне кажется, что ВП понять, по крайней мере, что делать в этом патче. Ну, по крайней мере, они немного успели понять, что не нужно делать. Есть такое мнение. Ну, так-то понятно, что сейчас особо не было какого-то времени большого с этими всеми лан-финалами и прочим как-то протестировать, ну, прочувствовать. Да. Это то, что мы с Ваней как раз обсуждали. Блин, один день. У парней был один день. То есть в понедельник они с утра вылетели из Гамбурга в Сплит, там с пересадочкой, прямого рейса нет, там через Мюнхен надо лететь. Потратили, считай, весь день, несмотря на то, что лететь там час-час, стыковка, аэропорт, бла-бла-бла, день у тебя уходит. То есть ты прилетаешь в понедельник поздно вечером, во вторник у тебя медиа-день, тебя фоткают, у тебя берут интервью, то есть тебе настраивают только твою тренировочную комнату, вечером выходят чинжлоги, они начинают чесать голову, что происходит, в среду тренировочный день, когда можно поиграть праки, здорово, патч, привет с утра, и у них ровно один день на то, чтобы понять, что вообще происходит, и в итоге мы понимаем, что, блин, ну на самом деле времени очень мало у топ-команд для того, чтобы к такому подготовиться. Ну, посмотрим. Может быть, к финалу у нас... Вот, например, Ликвиды, да, которые получили день отдыха, вчера выиграли, сегодня у них день отдыха. Ну, все команды получили день отдыха, да. Только все в лузерах будут играть. А, у них будет время подготовиться, посмотреть. Может быть, мы уже увидим прям вот какие-то там супер наработки 7-0-7-овские, да, в завтрашнем финале Виноров от Ликвид. Ну, кто его знает? Ну и БО1 завтра. Это то, что важно. А в БО1 где еще тестить, если не в БО1? А? В БО3, в БО5, может быть. Не, БО1, когда ты вот сейчас вылетишь. Ты Фнатик, играешь против OG. Чего бы не потестить что-то? Ну да. В таком случае, конечно, это лучшая возможность для того, чтобы тестировать какие-то вот идеи, пуджей и прочее. Но вот меня радует ВП тем, что вот они особо не меняют свои стратегии. Даже после каких-то там сильных изменений. Все-таки все герои по-своему были улучшены и переработаны. На каждом герое появилась какая-то возможность вариативности, к примеру. Так что... Ну, ты знаешь, единственное, что вот ВП в первой игре они показали, типа, ребят, мы сейчас будем новых героев брать. Набрали новых героев, и получилось, ну, так себе. Ну, так себе получилось, да. Да. А сейчас и после этого они решили, короче, потом придумаем. Сейчас пока играем тем, что умеем. Леха, иди в мид, мучи мидера. Паша, иди в сложную, развлекай. Лил, Нати, Леон, беги. Ты знаешь, что делать. У Леона нормальная тема. Есть прикольные таланты новые. Например, 1000 ренжа на Р-спайке. Да, как тебе? Со спайком Хекс там... Пауе, как вот, тебя? Это жестко. Я видел вот этот вот спайк в действии. Это просто вот реально на весь экран. Ну да, это когда он длиннее, чем у Никса в ультимейте подкоп. Там просто да. Забей, там лютый рендж. Выглядит это действительно прикольно.
Так, ну и Вичи уже вырисовывает интересную стратегию. Это антимаг, значит, это, возможно, вот тот стиль, которым в последнее время много пользуются Liquid. Liquid пытаются играть в такой 4+1. И вот не исключаю, что вот сейчас с этим антимагом Вичи могут что-то подобное попытаться повторить. В принципе, герои такие агрессивные довольно. Там Пак, который врывается, Виверна с своим неплохим ультимейтом на подсейв, ну и Пуч с хуком, да, то есть будут возможности какие-то походить, поспейсить, но в то же время ВП отвечают очень жестко. Бладсикер, да. И это явно намерение. Смотри, остановить все. Сикер против антимага — это очень хорошо. Очень хорошо. Это лучшее, что может быть против антимага. Да, это действительно очень круто и, ну, непонятно. Непонятно, почему не забанили Сикера в таком случае Вичи, если они планировали с ним играть, а поскольку они его взяли, они планировали с ним играть. Да, там в бане, конечно, всякие бейны, бестмастеры и все дефолтные персонажи, но есть такое мнение, что поскольку решаешь играть с антимагом, нужно что-то вот такое прикрытие небольшое делать. Ну, значит, что-то знают. Ну, значит, что-то знают. Никто не знает, что. Но они что-то знают, это факт. Last pick. Придумали. Last pick. Да, по последнему пику, конечно, непривычно по-прежнему 4 бана. 6 банов, точнее. Эти вот по 2 бана дополнительных наблюдать. И это тоже, на самом деле, несколько... Мне, ну, не нравится. Заставляет команды... Мне не нравится. Ну, больше героев появится, это однозначно, в пиках. И командам придется играть на каких-то более разнообразных стратегиях героев, потому что это реально много банов. Мы наблюдаем, что иногда бан с твоей стороны в какой-то момент тебя может и подставить. На самом деле, да. Такое реально бывает. На самом деле, да. Иногда кажется, что банов слишком много, и ты думаешь, черт побери, а может быть не надо. Вот сейчас мы забаним, а потом нам не хватит этого героя. Ну вот сейчас был, например, ВП, да, у них последний бан, до этого забанили уже 9 героев. И тут уже такая ситуация, что вроде бы Вич там понабирали каких-то интересных героев, и там, к примеру, вот то, что ВПС забанили в первой стадии, оказывается сейчас, в принципе, бы неплохим вариантом. Но, увы, ну, к этому тоже нужно будет привыкнуть. Это по-своему вносит такой небольшой интерес. Нужно намного более глобально думать командам в дальнейшем. Ну и вот Virtus.pro сейчас задумались. Остается последний пик, дополнительное время вот-вот закончится. Остается 15 секунд. Ну и что же, это Сикер... в легкую от Virtus.pro. Это Мирана. Да, значит, Сикер для Нована, да, Сикер для Рамзеса. Хотя на самом деле мы знаем, что они легко свапаются этими героями. Они легко свапаются линиями, на самом деле. И это абсолютно не проблема. Они могут Сикера как в мид ставить, в зависимости от ситуации, так и Мирану могут ставить в мид. То есть тут вариантов много. Ну, самое интересное для меня в этой игре, я говорю сразу, это... Пуч? Нет, это Леон. Это Леон. Ну, Леон против Пуджа, четверка против четверки. Это будет довольно весело, если Пуч четверка. Если Пуч четверка, да, на секундочку. А вдруг он не четверка? Нет, он четверка. Это та самая, да. Леха, та самая! Где-то такое уже было. Так, Виверна сломала доту сразу. А многие герои сейчас ломают доту. Там Бродмазер своим... Свен в прошлой игре сломал доту. Свен, Виверна, то есть многие герои сейчас... Ну, новые шмотки, чтобы доту не сломать-то. Ну так, шмотки добавили. Новые, которые вышли... Ну, сегодня у Гейба день рождения, ну блин, ну как... Дайте человеку отдохнуть. Да. Окей, хорошо. Сегодня можно. Не рискуют ли Вичи? Скажи, вот твое мнение. Не рискованно ли это? Серьезно? А мне Найт Пудж? Не рискует ли команда в полуфинале? Ну все, я тебя услышал. Ну, на самом деле, Омник крут. Омник очень крутой герой. Сами по себе они хороши, да, но вот, ну вот не особо верится в то, что и Омник, и Пудж, и вот все-все-все, у них так все хорошо получится. Ну, оно должно же наваливаться. Ты же понимаешь, что это схема, которая работает... В некоторых случаях, но в большинстве случаев она проваливается. И у тебя антимаг, который должен фармить. То есть ты играешь уже не совсем как бы и в пятером. Ну, бы хотела подфармить. Возможно. Соло на Огрмаге, Рамзес на Бладсикере, Нован на Миране, Паша на Брюмастере, Лил на Леоне у команды Virtus.pro.
У Вичи Гейминг Корпорации играет на Антимаге, Ланнем на Пуджике, Фенрир на Винтер Виверне, Ори на Паке и Янг Элевен на Омни Найте. Янг Элевен. Тот самый Элевен, на которого очень сильно агрились на прошлом интернешнле его тиммейты. Ой, а там, на самом деле, по поводу китайской сцены, там кто на кого только не агрился. Да, они очень любят друг на друга там орать. Все друг друга любят, не любят, потом в одной команде играют, не играют через пару месяцев, там постоянные... Короче, такое СНГ, только круче. Ну да, там намного больше игроков. Да, так, тут попытка сейчас поймать Элевена, но рядом уже Ланем, и Рамзе говорит «не хочу». А они пошли рун ворвать, что ли? Так, стрела мимо, Ланем начинает грыть Рамзеса, тут же Ори, проблемы могут быть у Романа, надо ему хелпа, полетел станчик, Пак очень много дэмэджа нанес, прыгает на Рамзес, минус Рамзес, форсблат забирает Ори, Ланем задымается, красавчик, у Соло тоже огромные траблы, Ори и Элевен его расстреливают, и это должно быть 2-0 в пользу команды Vici Gaming, да, так и есть, Ори... Даблкил, огромный плюс для Пака, который сейчас отправится в мидлейн. Да, даблкил. Тем более еще и Пак заберет здесь рунку. И три руны заберут Vici Gaming. Три руны, два фрага и денай Паджика. Великолепно. Жестко. Ну, где-то самонадеянно вот пошел Роман на Бладсикере вот так вот по лоу-граунду. Да, не надо было ему, конечно, от команды отставать. Это неприятно. И ты посмотри, папарацци сразу монобрейк на первом уровне. Он понимает, что будет стоять против Пашка. А он тут Паша только что пулман это изжег. Да, да, то есть пивка разочек бросить, и все, а дальше будет тяжелее, дальше будет неприятно. У Соло задача усложняется, потому что сейчас ему надо стоять против Пака, который имеет даблкил, а против Пака, у которого сразу 9 слотов, он прям радуется жизни. Затарился по максимуму, Эрроу, Фенрир, рядышком пролетает стрела. Соло уже теряет пол хп, придется отойти немножко подхилиться. Но агрессивно начинают Вичи, уверенно как-то вот они пока начинают, да, вот что будет далее от ВП, насколько хорошо получится ответить. Ну, с Элевеном здесь надо как-то разбираться. Не давать ему получать экспы по максимуму. Ну, сложно, конечно, это сделать. Постараться его загонять сейчас. Но это уже второй левел. Уже Элевену проще. Он Дегенауру берет. Рэппл на потом оставляет. А Соло решил на топе все же помочь. Наверное, Нунчик сказал, я в миде разберусь сам. Ты иди Паше помоги. Паше нужен уровень. Ну, Соло тут тоже страдает. Ну, позакидывать, позамедлять, там, выжигать хп для папарацци, это самое то. Правда, у него есть еще и три тангусика. Ну, попытается, конечно, по максимуму здесь неприятно создать. Ну, и поначалу антимагу, не получив этот фарм, будет ой как неприятно. Да, наплевывает здесь Виверна. Действительно сложно стоять на линии. А, ну, Паша второй левел взял, это уже хорошо. У Паши, мы видим, с крипстатом все получше, чем у антимага. Соло свою работу делает. Ну, Соло свою работу делает всегда. Какая бы то линия ни была, это угурмаг. Жутко-жутко неприятная личность, с которой очень-очень сложно справиться на линии, с которой очень сложно договориться, типа, уйти отсюда, братан. Ну да, и получается, против тебя на антимаге стоит брюмастер, который набрасывает пиво, и Соло, который постоянно замедляет. Ну, тут проблема у Соло, пытается улететь Соло, ну и просто прощается с командой Vici, улетает на телепорте. Пока у Ланема первый левел вообще никаких проблем нет. Ну, со вторым уже так легко все не сделаешь. Так, в миде 10-5 у Пака, 8-2 у Ноуана. Ну, и ты посмотри, по линиям очень даже неплохо. У Ори все, антимаг начинает там более-менее разгоняться. Ну, и 7-0 у Амни Найта. А, да, 12-4, конечно, у Рамзеса. Но на самом деле то, что Амни Найт там получает крипов, это уже очень даже хорошо. Такая более-менее равная ситуация, по сути, вырисовывается. Ну, антимаг, конечно, там хотел бы намного больше получать, если бы не Соло. Но и по итогу все равно, посмотри, он там на второй позиции, на первой уже позицию, да. Все же, как только уходит Соло с этой линии, у антимага получается возможность полностью забирать под контроль себе все. Даже получив там эти стаки пива, несмотря на эти миссы, добивает он крипов. Ну и у нас вновь пауза. Надеюсь, ненадолго. У вас сегодня была уже одна пауза, когда Vici Gaming играли. Ну да, сегодня первая пауза. Весьма продолжительная. Ну так, подзатянулось немного, да. Ты как раз пришел после того, как паузу сняли. Ничего не пропустил. Так, ну вот Соло пришел в центр. Здесь же ну, попытки явно никакой не будет. Тут Паку очень сложно помешать. Вот какой-то фарм сейчас забрать. Так, пишет гол папарацци. Соло пишет гол, продолжается игра. Можно откинуться немного сейчас по Ори. Нет, не хочет Соло, просто отгоняет по максимуму Пака. Пока отступает. Ну и на топе у нас проблема у Паши. Паша нет маны, приходится отходить обратно. Еще и Фенрир.
подбрасывает по максимуму. Ну да, Паша тут остается только стоять и лечить экспириенс, больше ничего не сделаешь. Young Eleven, мы видим, чувствует себя хорошо. Ланем на хосте, хукануть бы кого-то. Ланем не попадает. Да. Ну, успел на линию прибежать, кипишу навел, заставил Рамзеса отбежать в леса. А на Eleven получает тут подкопчик от Лила. Подстопил Рамзес Лила на самом деле, и могут быть проблемы сейчас у Ильи за счет этого. Young Eleven замедляет его, хук, минус, Лил должен быть. Ну, Лил, есть хекс, подкоп сейчас откулдаунится, Лил копает двоих, неплохо. Рамзес наваливает, Лил в другую сторону убежал, и уйдет Лил. Рамзес подставляется, Рамзес, могут быть траблы, Рамзес получает много дэмджа с перификейшн, теперь на развороте можно подраться с Ланемом, надо бы его как-то постараться добить. Один удар, Рамзес делает этот фраг, ну и проблемы тут у Young Eleven, да, он и следующий. Это даблкилл для Рамзеса, как бы их... Как же их поймали красиво? Как же их красиво поймали? У Пуджана танка или в чем проблема? Вот можно Пуджаном на секундочку? Были ли у него танки? Он мог дерево съесть, он бы убил тогда. Он бы реально просто дерево там съедаешь, заходишь, убиваешь, и все. Это всего... Это странно. Это странно реально, что сейчас сделали Вичи. Как бы вот сами себя где-то подставили этими мувами. Вот тут еще и упака, замечательная руна, отлично. Пуляется реген, Янка Лан забирает баунти. Ну и Соло пытается Янгу тут по максимуму. Так, ага, Омник хитрый. Пошел зачекать руну. Нет, конечно же нет. Я здесь. Рамзес. Тут ничего не сделать, ничего не сделать. Омнику. Отпушивает он линию. Так, здесь верно. Фенрир прилетает на телепорте. Возможно, будет попытка выйти на кого-либо. Но здесь также втроем ВП. Ну уже не так нагло уже будет не получится играть. Хотя... Хороший спайк. Так, топа затаймить. Стан. И погибает. Просто погибает. Как уверенно он заходил сюда. А чё он... На что он рассчитывал, что он успеет перификейшн? Там же хватает контроля. Там же рыбка есть. Они не рыбка знали, что Соло прилетит и возможно... Ну, не знаю. В смысле не знали? Что... А куда он делся, по-вашему? Лес фармить, знаю, что ли? Соло на любой из линий должен лицом бить того чувака, который стоит на линии. Если он не бьет в топе, если он не бьет в миде, то он, наверное, здесь. Он же не может лес фармить, он огрмаг. Огрмаг не фармит леса. Тем более это Соло, он поначалу... Тем более это Соло. На любом герое тебе мешает. На ком бы он не играл. Ну, Соло пошел в мид помогать. Ори говорит, ладно, слушай, уберись отсюда, ну, пожалуйста. Ну, иди отсюда. Соло получает сайленс. Ну, вот и Ланем здесь прибежал. Соло, в принципе, не против. У Пака там, кстати, есть реген, поэтому мог бы он и понаглее поразмениваться с Солычем. Но не решился пока. Ну, там уже некоторые парни поразменивались на боте. По-наглому. Сейчас бы не хотелось. Eleven подставляется в очередной раз. Так, Сикер разгоняется. Если скорость хватает, вроде бы скорость. Еще тычка по Young Eleven. Еще одна нужна. Рамзес просто до конца идет. До конца идет Рамзес. Рамзес. И еще один килл на Омнике. Ой, Рамзес разгоняется. Рамзес разгоняется. Он как только возьмет шестой левел, все станет намного-намного тяжелее. Он сможет на того же антимага делать быстрые ганги. Потому что у антимага, да, левел тоже будет. Но, ну, не так но все он будет антимаг, у него хорошо. Он... Да, он антимаг. Ничего не может в этих драках начальных. Сбежал Лил. Говорит, где моя руна? Руны нет. Че за беспредел? Но поздно пришел. Да. Ну и ты знаешь то, что даже на ранних левелах у Eleven нет репела, это неправильно. Ты смотри, все, он погиб. И еще раз, дружище. А че ты? А, ну ладно, ладно, тут Dream еще поживет. Boil, как бы. Да нет, не поживет, нет, потому что там вижен есть. А хорошо, тут есть подхил. Ну ладно, окей, Рамзес умер от того, что разорвал. Окей, бывает и такое. А Ори налила. Ори должен делать еще один фраг. Это четвертый фраг уже для Ори. Получает отстанчик. Ори выигрывает для своей команды сейчас всю игру. Потому что то, что делают тиммейты, это все да, реально это, какой-то это забей. Фейл и поражение. Всевозможные. Ори красавчик вовремя оказывается. Ой, проблемы у Соло. Соло отстанется по Ланему. Теперь надо как-то вернуться хороший от рука. Хук. Сложно это сделать. Соло по тавер. Пак здесь же. Ори. Дэмэдж есть. Silence. Отличная игра. И Ланем зарабатывает еще один фраг. Классно, классно играет действительно Пак. Соглашусь ну, с тобой. Ланем второй тащи уровень. Ланем второй уровень. Седьмая минута, второй уровень как бы... Ну, все не очень да, так прекрасно. Не самый приятный момент на самом деле. Да, по нетворзам там он повыше, чем остальные саппорты, но при этом, если не проблемы, Лил хороший подкоп попарался, просто сейчас ублинкается. Хотя есть хекс, нужно пару тычек еще. Еще бы тычечку одну буквально скрытая какую-нибудь попараться погиб бы. Вот ну, это была бы, делает конечно, паут. Идея. Все хорошо, выживает здесь папарацци, фармит он Battle Fury себе. Все, Рамзес шестой.
сейчас ультимейт прожимать и убивать далее. Ну, ты знаешь, тут на него нападают. Так, ультимейт, Рамзес, хелпы не будет. Есть подхил, очень больно, поздно летит сюда Мирана. Рамзес дает Бладрайт, и Паланем он сработал. Четыре героя, Мирана отменяет ТП, Ори тоже улетает отсюда. Отличная игра. Хорошо, переждали, они не думал Рамзес, что останется все и движуха здесь. И в итоге погибает второй раз подряд. Как же это останавливает его фарм? Он был топ-нетворс, у него все было круто. И тут моментальные проблемы, огромнейшие проблемы. Две смерти такие неудачные. Причем еще и пак приходит, который зарабатывает экспириенс на тебе. Ну, пак хорош. Вот пак сейчас у Вичи делает всю игру. Да, там хорошие выходы также от Ланема, но вот если бы не пак, всего бы этого не было. А папарацци левел 6. Мы видим, что у него квикбая. Кто-то может подумать, что это что, рапира? А потом вспомнит, что это 7.07. Рапира с Войдстоуна. Рапира и Войдстоун. Вот это набор. Ну, так, ну вот надо зарабатывать хотя бы фраг на Фенририе. Да, ну тут Фенрир в рыбку превращается, погибает. Моментально можно поймать Элевена. Элевен, репел, тп. Телепорт. Уходит. Рамзес немножечко сейчас получает возможность так догнать свой фарм, который потерял. Да, он догонит однозначно. Вот проблема, кстати, довольно неожиданная у Мираны. И ты посмотри, какой нетворс почему-то у Паши. А вот почему? Ну, он тут пак на долгое время уходил там. Пака не было минуты две. Да, летит такая проверочная стрела. Никто не стал ее ловить. Чтобы проверить, да? Проверочная. Словить бы ее еще. Ну, почему бы и нет? Это мог бы быть такой бейт. Блинк быстрый хочет Паша себе, ПТ уже есть, 8-й левел, все окей. У Паши левел выше, чем у папарацци, например, это уже хорошо, ну пивка наливает папарацци, говорит, ну давай бей крипов, братан. Ну вот сейчас просто нереально тебе папарацци стоять, получаешь клэп. Ой, под пивом очень сложно. Ну ты смотри, просто промахивается и ты ничего не сделаешь, надо Фенриру быть рядом. Смотри, боже, бедный папарацци. Да, крипы что-то так себе фармятся, ну без пива попроще. Ну да, вот убрали Ренталун, к примеру, папарацци мог бы уйти сейчас в лес, спокойно бы дофармливать. Так быстро теперь лес не заберешь. Хочется убить антимага, лил соло здесь. Ну, надо бежать. На слоу-граунда нельзя нападать. Фингер есть у лила, хоть кого-то поймать надо. Там Фенрир на линии. Ну все, не получилось. Да. Смоуганг провалился у ВП. Ну можно убить Фенрира. Может быть, Паша пойдет за тавр, есть Фингер. Ори. Тут все. Сейчас неприятно. Тут все самое главное. А ушел самое главное соло, да, и Паша не успевает ультануть, у него нет маны, лил погиб, и Паша там тоже уходит. Паша в инвизе по тмы убегает отсюда. Ну, Паша всегда есть ультимейт, есть Солринг ультимейт. Так что здесь он сможет выживать фактически по началу игры постоянно. Но если только не подстанет его, так тут соло подходит на уван, возможно, подхарасят центральную вышку. Хук от Ланема. Ну, ты знаешь, пока я не понимаю, что Паджик делает в этой игре. Ну, ходит, мешает, как бы, знаешь. Вот. Ну да, Огра тоже ходит, мешает. Дефолтный Паджик из паба. Ну, только проблема в том, что это Паджик четверка, как бы, да. Он должен побольше пользы приносить. Ну да, у соперника не Паджик четверка, который... Который помогает, реально. Ну явно в драках он будет намного полезнее. Хотя, ты знаешь, сейчас ему дадут левел, сейчас ему дадут возможность чуть пожить, и, может быть, полезнее будет. Ну что, смогут? А нет, ребят, ничего вы не сможете ему сделать. Ну, гнать нет смысла, надо через хекс, надо пытаться чейнить эти станы, и как-то только так пытаться убивать. По-другому будет сделать очень-очень сложно. Eleven уже начинает приносить неприятности. Ну, Рамзес с Мидасом, с довольно ранним. Два раза его убили, и он решил, ладно, Андриха подальше, сделаю лучше Мидас. И... Он все же топ-1. Да, он топ-1, и он будет дальше разгоняться. Его задача здесь быть круче антимага. Ну, антимаг, конечно, обойдет его, когда вынесет Battle Fury. Второй смоук от соло с лилом. Смотрим, получится ли второй смоук реализовать. Ой, Ори в мид прилетает. Как же вовремя, можно его в хекс поймать. Ори прыгает, Ори ставит ультимейт, достанет. Ай, как хороший Ланем, браво, и Эдмин слил. Да. И соло тоже можно убивать, соло едва живой. Вот Ланем. Это подстава сейчас от ВП. Вроде бы заходили сами убивать, хотели забрать кого-нибудь. Да, пак классно среагировал, поставил ультимейт, ну вот и беда. Ну, тут продолжаются разборки. Как только Паша находит папарацци, начинается вот эти вот минус пол хп у антимага. Иди сюда, говорит. Поливание сюда пивом. Бухни, братан. Ну, все равно, смотри, там папарацци добивает, все у него не, в ну порядке. Красавчик, 4800, как бы пиво висит не 20 секунд. В этом его, наверное, минус. Так,
Ну, тут много людей. Тут очень много людей. Сейчас Лил его не видит. Лил выбегает, хиксанул Ори. Ори надо постараться убить. Хороший да, сайленс. Ори убьют здесь без шансов. Ну, вот такие, такие должны быть ганги. Через Ланемом. За Ланемом пойдут. Ланем, да, шестой да, уровень. Да. Телепорт. Айтпаут, будет ли хекс какой-то, будет ли что-то? Нет, красавчик, Ланем. Поймали. Папарацци. Это важнее. Он блинкуется, получает дэмэдж. Сейчас Бладрайт все-таки вышел из Бладрайта. Пока еще не видно его, тут не найти. А его и не найдут. Лил. Знает, что он где-то там, но он не видит его. Стрела, прыгнул. Ловить. Да нет, ну все, надо забить, наверное. Они его пытаются нашли. Нужен хекс от Лила, либо что-то. Пиво. А тут далее будет снова блинк. Блинкаут. Его видят, его просто видят. Бластикер уже, но. К сожалению, так далеко не пойти. Тут уже Янг и Леву нужно подхилить антимага. На развороте можно пойти подраться. Пуджик заходит неплохо. С дабл дэмэджем no one не стоит, наверное, no one. Сословили его. Цепануть. Ланем хук. Ой-ой-ой-ой-ой, Рамзесу очень неприятно. Ультимейт от Брюмастера. Ланем подставляется. Ланема убьют, скорее всего, здесь. Так, там Соло пытается засловить как-то Ори. Ну, ты знаешь, у Соло проблемы. Ланема это не проблема. А вот Соло втанковал ультимейт антимага. Ланема убили. Соло только сейчас погибнет. Ну, в любом случае, то, что Рамзес развалился на запчасти, это проблема. Паша здесь остается один и пытается с блинка как-то скрыться с места преступления. У него это получится. Но Лил с Руаном не смогли папарацци убить. Папарацци получает неплохой подхил. Еще можно пытаться дальше подраться. Рот на Увану. ВП здесь же. Будут еще пытаться драться? Нет, уходит на Уван. Экшен пошел, конечно, красивенький. Красивенький по всей карте. Ну, все разошлись здесь. Да, надо пофармить. Всем, кроме Паши. Паша хочет драться. Ну, отмечу, агрессивных все-таки в первую очередь сейчас Вичи. Они хоть где-то и проиграли, но все равно вернулись на линию, попытались вновь подраться и смогли. Да, молодцы, молодцы, реально молодцы, они заставили ВП. Ну, ВП, если драка идет по их сценарию, они драку выигрывают в салат вообще. То есть, если они правильно все раскастовывают, когда начинается какой-то бардак, Ори 8-1-3. Когда начинается какой-то бардак, бэдлом, когда происходят непонятные вещи, беда. Ой, поймали Рамзеса. Сайленс. Рамзес. Ну и сейчас его скушает Ланем. Дисмембер будет. Ну, все. Хотя Лил, Рамзес. Обидно. Бежать. Это обидно. Бежать. Лил. Будет ли еще какая-то помощь? Ну, пытается Лила теперь съесть. Но Лила тут не скушать. Ори на хосте. Лил красавчик. Лил засейвил своего тиммейта. За это ему огромный респект и уважуха. Ори получил 9-й фраг для себя. Но разменять никого не смогли. Но, в общем... На самом деле Ори убивает только суппортов. Ну, да, там вот Рамзеса убили. Да, стрела. Тоже деньги, ух, конечно. Финрир отворачивается. Не, поймал Ланем, поймал. Там на хайграунде стоит, маякует. Там очень много людей, нет вижена. Не хочется туда. Мунлайт. Просто убегают, нажали Шайн. И никого не видно из ВП, сейчас должны понимать. Вичи, что, скорее всего, это какой-то Мунлайт, либо Смоки. Ну, они просто пытаются забрать Тавр. Да, тут же еще и тележка. Тавр должен забирать. Очень долго его будут бить, правда? Ну, заберут, скорее всего. ВП просто идут в размен. На топе бьет вышку Паша, в миде бьет вышку No One. Ну и здесь спокойненько Ори дожимает тавер на нижней линии. Отдают все паку сейчас. По максимуму. Ну а что пак себе такое может купить сейчас, чтобы быть прям супер-супер сильным? Не знаю. Догон какой-то раз покупать, ну, ходить, ой, взрывать. Хорошо, но не хватит дэмэджа, но надо, чтобы кто-то помогал. Вот хекс, Лил Фидлер бежать. Здесь же, замедление пошло. И будет ли подсейв от Соло? Нет, не будет подсейв. Соло надо уходить, Соло может тоже умереть. Соло убежал отсюда. Немного замедлили его. Хукшот. Извините, не хукшот, просто хук. Хукшот это не тот спел, не у этого героя. Мидас, второй мидас. Блинк на элевене. Ну хорошо, третий диген, можно, в принципе, ловить людей. Ну и мидас, это понятно, как бы там играешь против антимага, тебе максимально нужно какой-то там еще подсейв, какая-то подстраховка на какой-то лейт-гейм. Мидасики, все это хорошо. Ну и антимага пока вот мы не замечаем, да, он фармит леса, он но уходит. Он делает то, что надо. Он в подполье какое-то уходит там, его просто не видно на карте. И это хорошо для Вичи, да, и плохо, да, для ВП. В этом-то и есть основная задача антимага. Фарми, чтобы тебя никто не видел. Бегай где-то по карте далеко от всех. И Рамзес. Все у тебя будет прекрасно. Фенрир в форме замедляет Рамзеса. Пошла раптура. Рамзесу очень больно. Очень много потерять. Рамзес взрывает его папарацци. Слушай, это начинается проблема у ВП. Тавр забрали. Илевена поймали. Можно постараться его убить. Нужно убивать, нужно убивать. Есть фингер хороший. Просто все, что было, отдали в бедного омника. И размен, по сути-то.
Вот так вот и надо действовать, на самом деле. Вот так вот и надо давить нон-стоп ВП. Вичи играет очень агрессивно. И, по-моему, ВП надо играть точно так же. Хотя, с другой стороны, два Мидаса. Но все равно это не мешает им давить. У них есть возможность, у них хорошие скиллы, хороший прокаст. Там подкоп накидываешь Silent Seeker, и уже сопернику очень неприятно. Плюс хиксы. Ну, есть чем реально в драке остановить соперника. И вот то, что сопернику будет явно... Ой-ой-ой, подставляется, получает хекс. Подкоп. Нет кингера, но этого хватает. И вот так вот, да, подставляются иногда по одному Вичи, в свою очередь. Ну, неприятно, неприятно. Вот тот товарищ на паке, который себя очень хорошо чувствовал, который ходил и убивал, вот так вот сейчас погибает. Ну, ты знаешь, он на пятом месте по нетворсу внезапно оказывается. У него 9 фрагов. А вот он убивал, я же тебе говорю, саппортов убивал. Ну, вот да. Там вот денег мало. То, что то денег, да. Вот эти фраги, вот это то, что немножечко по... Слушай, прикольная надпись. Пишут Ward Dire Bottom Shrine. Я не видел, что такая есть в колесе. Это ты когда зажимаешь... Вот эти вот колесо... Ну... Не колесо вот этих вот голосовых, которые был раньше. А вот это новое, вот это вот новое, да, новые, там, где вот пинговать можно. Я его еще не нашел. Я... Хотя для меня это супер полезная вещь, потому что я, вы знаете, я играю, у меня 9 человек в мьюте, поэтому мне нужно вот это юзать. А слушай, когда все в мьюте, пинги ты же них тоже не видишь, правильно? Да, по-моему, пару пингов, я пару вот пингов, с да. памяти они не могут, но Фенрир... пару пингов. И улетит Фенрир. Да. Обидно. Соло поспешил. Не надо было давать сходу фаербласт, а потом надо было оставить. И улетает Фенрир. Задолбало уже сегодня, наверное, Virtus.pro эта ситуация, когда от них люди с телепорта улетают. Да, в каждом матче мы замечаем, что вот такая ситуация, там, она не один, не два, не три, даже не пять раз. Там, по 10 раз люди минимум улетают на телепортах. Это стало такой изюминкой матчей. Блин, как же больно ему, этому папарацци. По левелу он никак не может оторваться от Паши, по деньгам оторвался, едва там чуть-чуть на 1000 голды. Сейчас Пашу будут наказывать за это. Но Паша ждет. У Паша дагер, ждет. Он сейчас увидит, просто блинкаут сделает. А увидит ли Паша? Паша, прыгать. Хорошо прыгнул. Ну и... Красава. Мувз, мувз, господа. Ну и бежать отсюда Павлу. Классно сыграно. Тут уже команда рядом, но я думаю, не будут никого догонять. Radiance. 21-е. Хорошо. Очень даже хорошо. Так, а вот что будет? С Омником продолжение какое-то нет? Просто подняли его и все. Так, а там на топе пытаются у нас зажать Фенрира вновь, Рамзес. Ты пытаются его найти. Нет, так, ага, а Radiance работает. Все, а Radiance работает. Теперь видно, да. Radiance неприятная штукенция, а на 21-й, когда ты саппорт 6-й позиции. Когда ты Виверна. Когда ты Виверна, да, согласен. Не всегда сейвит тебя твой колд эмбрейс. Смотрим, что Moonlight. Здесь происходит. Ланемчик, 8-й левел Ланемчик. Он, кстати, с худом, это уже приятненько. Eleven горит. Ой, да ладно, нет, там стрела в крипа. Не, не в крипа, это в кого-то она там залетела, я не видел. Соло, его не видно. Дэмэдж по Ланему пошел. Ори поставил ультимейт. Есть Guardian Angel. Ай-яй-яй, не того, форстап. Забрал своего. А тут Паша заходит, Ланем очень больно. Ланем нужно убивать, Ланем. Страдает Ланем, очень больно ему, погибает. И дальше, 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 дальше нужно ловить. Пак запрыгнул сюда, куда ты, Ори? Пашу убили. Ну, на самом деле, два фрага, слушай. Ну, и еще а можно еще, подожди. Не-не-не, никого они тут не добьют, скорее всего. Но One прыгает на Фенрира, Фенрир дабл Старшторм тоже погибает. Но One лип делает, попараться пришел в драку наконец-то. Ну, мана еще много, но One. Третий лип, но One заныкался и бежать в другую сторону, но погибает. Но One. Вот это и, плохо сейчас, да, конечно. Да, драка для Вичи. Конечно, драка выиграна. А, еще и Лила тут нашли. Лила говорит, ребят, да отцепитесь от меня, но попараться, конечно, запарнится. Ой, еще один попараться. Нет, для Элевена. Тупо застилили. Просто ну, застилили. Антимаг, конечно, и так с неплохо с фармом, да, он там с БФом теперь очень быстро набирает обороты. Омнику также можно заработать, но Омнику там еще и талант на голду. Короче, очень интересная игра будет, чувствую. Прям супер интересный будет. Но она, походу, реально затянется, и вот как в этой ситуации ВП будут отвечать. Да, это будет супер лейт, однозначно. И, ну вот интересно, Сикер Мирана против Антимага под Омником. Нужны будут... А, блин, слушай, диффуза же сейчас не да. работает. Ты же не можешь Guardian Angel снять. Да. Вот в этом плюс Омника, конечно, после патча. Что ГА ты не снимешь. Слушай, это неприятно. На самом деле. Ну, что поделать. Придется бороться. Придется. Это, ну, еще другие выходы там, да? Там сатирчика какого-то взять... Как вариант саппорту. Это слишком сложно. Ну да, это слишком сложно, но есть. Есть. Такие выходы. Есть. На самом деле, действительно, они есть, но.
Посмотрим, посмотрим, как это будет, как эта проблема будет решать Virtus Pro. Все, вышел на первое место антимаг, должен сейчас разгоняться, хотя на самом деле Рамзес с Мидасом, Паша с Мидасом, Нуан, и ну, как бы фарм будет у ВП дальше продолжаться вот на этом уровне приблизительно, то есть они денежки будут зарабатывать стабильненько, и много этих денежек будет зарабатывать. Пошли смоки от ВП, в пятером. Кстати, не очень часто ВП нажимают пятером смоки, вот они там в четвером, втроем любят. В пятером собираются очень редко. Вот, видимо, собрали что-то серьезное. Да, редко у них получается серьезная такая ситуация, чтобы они в пятером на карте в одной точке были. Обычно кто-то где-то фармит, остальные где-то тусуются. Прям вот идет такая вот веселуха. Ну что же так, Moonlight. За товар не хотят выходить, чтобы не спалиться лишний раз. Хотят забрать Ланема. Тут Ори выходит, папарацци встреет. Папарацци, нужно уходить. А есть чем словить его? Нет, нечем словить. Ланем подставляется. Ланем по трубе погибает. Минус Ланем. Ну и Ори можно не отпускать. Можно не отпускать, нужно только блинкаут, чтобы связь. А успеет? Спрятался. И блинкаут. И стрелу поймает. Фух, не долетело. Не долетело. Eleven в еульчике полетает немножечко. И Паша уходит. Все, нужно в ВП уходить. Ситуация не та, где можно подраться. Сейчас принимать драку не особо хорошо получится, хотя тут скоро появится и стрела, и откатится обратно. Все контроль какой-то еще нужен Лил, здесь. Лил куда-то копнул в лес, тут же погиб. На удачу. Ну, а вдруг, ну, да, вдруг кому-то помог. Ну, на самом деле, а что делать, если ты видишь, что тебе в любом случае крышка нужна, нужно попытаться хоть куда-то что-то придумать. Да, просто у Леона анимация разворота, она очень медленная. Он, за что он неприятен тем, что вот как раз разворачивается он очень долго. И, ну, надеялся, возможно, что какой-то антимаг там впрыгнет перед ним, как вариант. Так, то пока вот тут у нас ничего такого необычного по итемам, да, тут все свои обычные тут Фенрира сейчас подстанили, но без шансов. Ну, Ноуан пытался, у него еще будет лип, у него еще, нет, не будет, у него сайленс от Ори. Да. Ори очередной фраг зарабатывает, уже 11-й в этой игре. БКБ вынес Рамзес, и веселее немножечко игра сейчас станет для него. И менее веселая она станет для других. Рамзес по-прежнему с антимагом будет короткий довольно иметь разговор, когда он будет иметь хорошие артефакты. То есть пока вот сейчас еще антимаг норм, не видит Рамзес. Здесь два героя, Лил сейчас зайдет, все увидит. Лил, хороший нет, хук. Илья успел, Илья, ну еще и копнул троих. Ну будет ли продолжение? Да, должно быть продолжение. Рамзес включается в папарацци, убьет Ланем одного, убьет второго Рамзес и третьего пилить. А Young Eleven, ну вот это вот чит. Браво, Илья, на самом деле он максимальный максимум вынес из этой ситуации. Простите меня за тавтологию, но максимальный максимум, ну, так оно и было. Сыграл тут прям вообще. 100 из 100. 100 из 100. 100, да? 100. 100 из 100. Да. Пашок, 18-й скоро. Есть у него хекс. Вот хекс решает многие вопросы. Ты что, вообще в соло решил? Ладно, ты что? Тут команда есть. В соло, конечно, неплохо, да, но когда есть команда. С командой повеселее. Да, Рамзес на 1000 больше, чем антимаг. Мы видели, что происходит с антимагом, когда он подставляется под Bloodrite. Рамзес его просто режет, как будто это рейнджевой крип. И пока это огромные проблемы. Пак, прыгай, воруй! Ай, море. Прыгни, укради, умри. Прыгни, укради. И умри. Ладно. Там все-таки и соло, возможно, ну, кто-то да, еще да, с контролем. Да. Много отмазок можно придумать, когда ты не украл Эгис. Воу, ПГГ в таких случаях не думал, воу, прыгал. Именно поэтому все знали, что он любит воровать Эгис. И где теперь Вова? Ну, в свое время он был на Интернешнале так-то. А вот Ори не был. А? Все впереди. У Вовы тоже. Знаешь, цена Интернешнала сейчас намного выше. Намного выше. Чем Интернешнала, ну, много лет назад. Это не важно. Это история, на самом деле. История. И будут вспоминать дети, когда Dota 2 и киберспорт будет популярнее, чем все остальное в мире взятое, что вот был Вовка ПГГ, он воровал Aegis, и он был исторически крутым пацаном, а остальные боялись. Он не боялся. Он не боялся, что в лечу умрут. Понимаешь, когда ты воруешь Aegis, влетаешь и умираешь, про это никто не вспоминает обычно. Ну, умер, ну, попытался. А когда ты воруешь? Или разбиваешь. Или разбиваешь и выигрываешь игру. Да, Куху сейчас где-то заплакал в маленьком уголку своей квартиры в Малайзии. Он же не миллионер. Папарацци, блинковаться неохота. Придется, его видят. И привет, папарацци. Ну, понимаешь,
еда. На самом деле антимаг — это просто еда для Рамзеса. И... Почему он был взят четвертым пиком? Почему он был взят четвертым пиком? При этом не было бана Сикера. Ну, ты понимаешь, это тот же вопрос мы задавали команде Fnatic на гамбургском рейджере. Задавали. Когда они в первой стадии после Бладсикера взяли антимага в первой стадии. Законтрить Сикера. Типа, что ты делаешь вообще, братан? Здесь, да, не забанен Сикер, антимаг, моментальный ответ. Что? Знаю, зачем пуч. Зачем? Под руптурой хукать. Своих. Чай, завис, подожди, я подумаю. Своих укажешь, и все, игра быстрее заканчивается. Ну, да, да, make sense, на самом деле. Что-то я не подумал сходу. Или это был намек, чтобы ВП пикнули Рубика, который ворует хук и под руптурой хукает. Mind games. Просто великолепие. Драфт гения. Ну, PPD нет на карте, он бы все объяснил. Eleven убегает от Лила. Лил уже и так много неприятностей принес соперник. Лил, на самом деле, классный, это играет. Странно, когда оффлейнер убегает от... У которого 4 левела предпосмотрения, да. Это так спит. Оп, оп, оп. Плюс 100. Классная, супер талант. Классная штука, Лип. А? Особенно, когда их 3. Ну, да. Еще один остался, но он потратил все при заходе на ХГ. Они заряжаются быстро. Ну, не то чтобы быстро, то есть вот пока они начнут бить ХГ, будет только один лип у него в запасе. Пошел дэмэш по зданию, тавр пока не бьет. Иди сюда, вредланем, но это иллюзия, нунчик читает, ну, парень за Team Ukraine играет. Ну да, здесь бесспорно, все, вопросов никаких. Это все объясняет. Там только боги катают за эту команду, на самом деле. У этой команды одно слабое звено. Менеджер. Менеджер, да. Ну да. Может быть, может быть. Может быть и такой. 17-21, 7 тысяч преимущества у Virtus.pro. 30-я минута игры. Игра близится к своему мидгейму. Ну, это осада сейчас от ВП. Они просто не выпускают, на самом деле, вот этих, да, вот, да, парней из Вичи. Им очень неприятно. Рамзес ищет своего любимого крипа. Крипа, у которого много денег есть. Да, крипа, у которого 15 тысяч денег, казалось бы, но ты посмотри, появляется Мьёлнир, там Монтастайл уже есть, БКБ, Рэдианс, Мидас, Баттерфляй появится. И это все под бафом Мираны. Это все под бафом Мираны. И Солыча. И Солыча. У-у-у. Там страх. Там нереальный атак спит у Мираны. Снизу будут убивать сейчас Нувана. Нуван должен понимать, что никого не видно, надо бежать отсюда. Монта видит Ланема, просветка, поймали, Лип первый, Сайленса нет, просто разорвали его первый раз, а второй раз, а Сайленса нет, Сайленса нет, кулдаунится, Курсу придется тратить. Есть Ори, у Ори есть Сайленс. Ори есть Сайленс, да, я забыл. Все, на! Плюс No One. Все, получи No One. Вот за Team Ukraine так мы играем. Только рекламировал теперь все. Обратная реакция пошла. Ну, я же менеджер, мне надо советы давать. Я какие там советы? Сам говорил, что самое слабое звено. Еще и советы будешь давать. Я просто от души, от души. Так, ну и что же ВП будут делать далее? Графики говорят о том, что хотелось бы... Слушайте, а можно нам навести на лип? На лип мышечкой, мышечкой, на лип. Что ты хочешь увидеть? На лип. Не, ничего, все, спасибо. 30 секунд. Не, мне нужно было про этот уровень. А, так КД заряды, чтобы? Про КД заряда, да, 30 секунд. Все, спасибо. Ну, все, теперь нужно... Плохо запоминаю я, Леша, плохо. В школе учился плохо. Патч объемный, да. Да, вот не получалось мне стихи учить, и патч что-то не получается, понимаешь? Опыт. Я, конечно, знаю, да, без стихов в нашей жизни... Никак. Не обойтись, да. Не обойтись, я вот постоянно на улицу выхожу, там люди стихи... И читаешь стихи? Не, они читают. Да, это в метро обычно происходит. Почему-то. Нет, а я на улицу выхожу уже там. Опа, Лил нашел Фенрира. Рыбкой плавает Фенрир, Лил копает его, ну и здесь Паша, здесь который Паша, будет, да, сейчас жизни Фенрира решать. Вторая рыбка пошла от Паши, Фенрир сейчас еще заныкается в хиксе. Да нет, ну куда, там есть даггеры тут. Лол. Что ж такое? Друзья, здесь что-то не то. Браво, Фенрир! Браво, Фенрир! Сыграл на Вижене, ночь, красивый ТП-аут. Поразвлекал парней из Virtus.pro. По-моему, они сами развлекались, я тебе скажу. Они реально сами не поняли, как так получилось, что пацан в хиксе от нас ушел просто в лес. В двух хиксах. Это забавно. Это было действительно забавно. На самом деле, конечно, Лил мог бы вжарить его фингером, да и не париться, но решил подэкономить и убить на халяву. Но в итоге, мы видим, не получилось немножечко. Так, ну тут еще неплохой талант появляется у Леона. Плюс 200 дэмэджа с фингером. Тоже серьезно. Мунлайт. Попытка выйти от ВП.
Так, собираются вместе, пошли бафы от соло, есть гем. Ну что, нужно кого-то ловить сейчас. В смоках никого пока не находят. Так, у соперника есть вард, нашли вард соперника, видят его, не будут снимать. Не хотят палиться, пытаются выйти в спину, но никого не найти. Вот они, Двичи. Все вместе, кто не собирался выходить, еще и Пак также с гемом в инвизе бегает. И у ВП, и у Вичи есть гем. Сейчас бы не хотелось его дропать вот так вот на ровном месте. Да, 22 левел у антимага, можно таланты его на секундочку показать, Саша. Плюс 10 к стат... Он что, рофлит? Да. Почему? Ну почему это происходит? Ну это можно объяснить. Как? Как это можно объяснить? Как? Это твой единственный шанс выживать против Бристл Бэлла, против Блэдсикера. У меня линка, пацаны, все в порядке. Ну, я думаю, так вот, это единственный вариант. Я сейчас сгорел, я реально сейчас сгорел, так нельзя делать. Слушай, а может это пофиксили в новом патче? Может теперь нельзя блинкануться из-под рубки? Я не видел это в логах. И не только тут нужно мнение профессионала. Тут реально нужно мнение профессионала. Я не знаю, если Ярослав смотрит эту игру. Я не знаю, смотрит ли он там должен видео делать. Может смотрит, может нет. Ярослав, если смотришь, напиши, пожалуйста. В общем, не было инфы о том, правильно что это фиксится. Ну да, правильно ли делает антимаг, выбирая талант справа, а не слева на 20 уровне? Потому что мой горящий стул подо мной говорит, что неправильно. Ну, я могу что-то не понимать. Но хотя ты прав. Линка зачем? Ну да, там же больше нет таргет-скиллов. Там ни у кого, в принципе. Ну да, не у даже Лила, у Сикера другого скилла же нет. Ну да, ни у Сикера, ни у Лила, ни у Панды. Вообще, вот все герои, ни у кого нет таргет-спыла, да. Вот только Руптура и все. Да, ладно, Баттерфляй он купил, хорошо. Баттерфляй и... И Линка, он живучий, на самом деле, окей. Мы всегда ищем добро в том, что нам кажется изначально он неправильно. Он теперь быстрый, бронированный. Не, ну папарацци топовый сильный парень. Он что-то же в доте понимает лучше, чем мы с тобой. Он выигрывал-то турик один на один. Ну, один на один турик и FY когда-то выигрывал на саммите. И это ничего не значит. Не так значит, это на саммит сравнил интернешнл и... Нет, так этот выиграл на Даке. А, на Даке. Ну, это китайский интернешнл. Как близко было, Рамзес прям просвистело возле уха. На самом деле, там сворвать Рамзеса, который прожмет Манта Стайл и... Ну, или БКБ. Ну, хотя он бы убил, на самом деле, мне кажется, но... Могли бы там подтянуться ребята. Вот Рамзес получает 25 уровень. Сейчас нужно... Ну, по идее, это Рошан. Это Рошан для ВП. И уже... Подожди, это второй будет? Или это третий будет? Нет, второй будет. Второй будет. Да, то есть еще до третьего надо будет подтянуть. Ну что, смоки? Да. Ну и погнали. Погнали, Вичи. Попытка поймать. 20-й пак, 24-й папарацци. Скоро будет 25-й у него. 20-й также у Илевена. И заход на Рошана. Рошан появляется в эту же секунду. Рамзес. Опять хук мимо. Ланем. Ну и Рамзес тут отгоняет с собой. Ну, все, спалили свои. Сюда, ребята, я готов. Так, поймали Фенрира. Фенрир может умереть до драки. Есть подхил по Фенриру. Он в сайленсе. Рамзес побежал. Есть БКБ. Пошла драка. Папарацци. Фенрир надо резать. Фенрир на хэкграунде. Отличная позиция. Рамзес ничего не может сделать. Рамзес бегает здесь в елках. У Рамзеса огромные проблемы. Рамзеса поймали. Рамзес сейчас просто убьют. Рамзес до сих пор живет. Погибает Рамзес. Как же он запутался там в елках. Ноуана тоже сейчас, скорее всего, разложит. Да, Ноуан разложили. Лил смог забрать там двух героев, но он тоже погибает. И как же запутался Рамзес. Они дропнули гем. Ой-ой-ой. Инициация была в Виверну. Инициация на хайграунд, где да, есть второй хайграунд. Ну, ошибка в позиции. Поражата Виверну, да, ты в диспозиции, ты отдаешь слишком много в саппорта, и вот он результат. Это минус гем, это плюс Аегис для соперника, который... Это трагедия, слушай. С антимагом. Ну вот, посмотри. Сейчас будет Рошан, Цир, Аегис, Т1 и Т2, наверное, в миде. И все 7 или 8 тысяч преимущества у Virtus.pro, они просто уплывают сейчас. Вперед да, сейчас вот выйдет команда Вичи. Внешне Тевра упадут, скорее всего. Там попараться может соло идти, ломать это все как дело. Же сильно ошиблись сейчас Virtus.pro в этом моменте. Ошиблись сильно. Но это пока еще не настолько критично, как может быть. Вот если они заберут Тевра сейчас вот так вот бесплатно, получат еще больше фарма, вот тогда уже можно будет задуматься. К сожалению, ВП сейчас ну, мне в Твиттере пишут, что нет, ничего не фиксили, папарацци рофлит. Ну окей. Пак получает аганим. И у Пака 25-й скоро будет, господа. 25-й уже у антимага.
Антимаг выбрал плюс 30 спелл шилда на 25-м. 22-й брю. Тревела хочет себе Паша. Паша, конечно, артефактов просто забей. И Abyssal Blade фармит себе папарацци. Род оф Атос там также появился у Ланема. Ну вот сейчас можно будет затыкать очень быстро Сикера. И также быстро его валить. Да, да, это план. Хотя на самом деле опять где-то сжать. Там сейчас будет драк, скорее всего, в лесу. Поймали у нас Пашу. Паша, БКБ. Пошел движ. Есть ТП сюда. Можно ловить хоть кого-то. Ну, поймали в итоге только одного Брюмастеренка. И убегать отсюда Вичи. Попытается Паша Moonlight еще все-таки кого-то цепануть. Бегают здесь люди. Попараться рядом. Драка уже нехорошо пошла для ВП. И, скорее всего, надо им как-то ретироваться отсюда. У них нет Primal Сплита. Это уже важно. Соло ставит варды. Так, Ори увидел соло. Дальше не пойдет. Да, Вичи впереди по денежке. А Вичи некуда спешить. Тут внизу еще крипы не отпушены, да. Там инициировать не хочется. Вичи пытаются сейчас минимально, вот с минимальными потерями сыграть. Не отдав никого. Все-таки при наличии Эгиса хотелось бы какую-то более внятную драку для себя иметь. Да, там уже нужно и топ отпушивать, и мидл. Хорошо, хорошо. Вот ВП справляется с тем, что отпушивают, отталкивают свои линии. Хоть у соперника Аегис возможности пока они ему не предоставляют как-то драться с той стороны, где было бы удобнее. Сложно пока дается игра команде Virtus.pro. Вот она хорошо давалась до вот того самого момента. До этой драки все было хорошо, они выигрывали. Вроде бы не было причин особо волноваться, но вот такая сейчас не очень удачная драка. Ланем подставляется, получает этим этот Лила. Но Ван очень много дэмэджа вносит, просто встанет, стоит здесь бедный Пуч. Ну и ну, разваливается. Останется, что ли, вместе с Лилом? Их же будут встречать. Они останутся здесь, да. Поймали Лила. Ну, Лил тут остается навсегда. Убежал отсюда, хотя Лил еще копнул там. Но Вана поймали. Словили его. Вот это беда. Разбили ему об голову Абисал. Ну, очень быстро надо сматываться после таких фрагов. Не совсем понятно, почему они остались. Но, окей. Тем более пропали с карты Вичи. Они на боте не появлялись. Вот они там что-то отпушили. Пуч появился на топе, соперника не видно. Снова где-то переоценили свои шансы, к сожалению. Да, папарацци ломает здание здесь. Ну вот, вот такие. Ну все, это машина убийств сейчас. Да, да, сейчас это действительно просто монстр. И как с ним бороться, не совсем понятно. Не, понятно, понятно, почему. Есть Сикер. Просто нужно как-то это по-правильному делать. Ну смотри, вот то, что есть Сикер, мы не замечаем последние минут, наверное, уже 10. Да, не идет. Это, и самое главное, что не замечает, это папарацци, да, там Фенрир, кто-то еще получает ультимейты, но папарацци, он себя хорошо чувствует. Тревела купил Паша. Игра уже, можно сказать, ушла в лейт. Подожди, здесь две линки? Ну да, линка, у него еще у кого-то линка, что ли? Да, он не накинул. А вот. Они все продумали. Короче, они шарят. Да, они шарят. Зачем брать этот талант? Тут действительно все намного проще. Ебой. Ну, китайцы, как бы, они всегда славились тем, что они умнее нас. В лейте, когда подходят, они очень часто играли, да, вот эти все лейт-игры очень много лет. И сразу на будущее мыслят. Понимают, шарят эти ребята. Ну, давайте посмотрим, что будет интересного у нас дальше. Пока падает здание в миде. ВП его не могут дефить. Преимущество уже 6 тысяч. Хорошо. Соло поймали. Соло. Есть сейф. Соло жив. Папарацци будет ли прыгать за соло? Потратил ультимейт. И теперь добивает соло. Понимаешь, Манта. Вторую линку сбили. И тут же Лотус. Великолепная игра от Элевена. Все четко он делает. Папарацци не давал блинк. Думал... Добьет. В итоге не добивает, кидает ультимейт, не добивает ультимейтом, и приходится блинковаться. Ну, ужас. Слушай, падают в стороны УВП, и работает, пока система у Twitch Gaming, их артефакты работают, папарацци прыгнул на ноуана. Ну, там параллельно антимаг. Сплит от Паши идет, Рамзес, БКБ, Рамзес! Рамзес, надо жить как-то, Рамзес! Бросает, так неплохо, Рамзес переживет все, папарацци можно убить один раз, папарацци еще побегает немножко, уходит отсюда, Паша, нужно ловить людей. Папарацци ультимейт от Лила залетает в никуда, Ланем тут, наверное, останется
надолго. Ну и Виверну можно еще убить, хотя папарацци с Элевеном думают подраться. Виверна, Ори прыгнул, хорошо, Виверна блинкаут сделала, классно, Лила убил папарацци. Паша, Паша, Баш, отлично, Пашу можно убить сейчас, папарацци наваливает очень серьезно, пытается Нунчик хоть какой-то дэмэдж папарацци нанести. Ты посмотри, он в этих шарах вокруг, просто его щель сейвит со всех сторон, нужно молниями хотя бы забрасывать. Папарацци стрелу получил, но, наверное, не уйдет отсюда, да, добили папарацци. Элевену сбили линку, ну и нужно гнать, вот он хекс от Паши, слишком далеко, слишком далеко, слишком нагло играет здесь Вичи Гейминг, Virtus.pro воспользовались этим, ну и убили трех героев Вичи Гейминг. Игра продолжается, веселье в самом разгаре, господа. ВП в игре. ВП в игре. Блин, это весело, на самом деле это очень весело. Ну вот вновь эти, знаешь, размены саппорта на кого-то там без коров получается. Да, Соло погиб, он возродился, пришел в драку, на твой антимаг без Эбисала, вот когда он нужен, этого Эбисала нет, его негде прожать и так далее, тому подобное. К сожалению, сейчас вот Вичи немного теряют инициативу, здесь возможно команда ВП пойти подпушить. 55 секунд тут, ох, тут придется тратить байбек, скорее всего, или это минус сторона, а то и не одна. На топе уже крипы далеко подошли. Мунлайт. Здесь Мунлайт, правда, ну и два байбека придется центриком тратить. Нажат придется Moonlight. Тратить два байбека, как ни крути. Отличный, отличный здесь Монтадодж. Падает здание. Сбили линку. Отбежать немножко. Ланем. Ну, теперь Монты нет, надо поосторожнее быть на Уану. Есть глиф. Есть глиф. Нужно, нужно, нужно заставлять делать байбеки как угодно. Нужно заставлять это делать. Забегает Рамзес на ХГ. Попытается ли кого-то цепнуть. Ори. Ультимейт. Ой, Ланема поймали. Ланема поймали довольно серьезно. Фенрира поймали. Фенрира можно не выпустить. Здесь из дизейбла. Фенрир байбеки страдает. Есть байбек один. Есть байбек второй. Паджика нет. Отбежать. Если сейчас еще кого-то поймать, можно выиграть игру. Илевен. Илевен. Ори запрыгнул. Сбили линку. Фенрира не добили. Это плохо. Полетели. Ой, хорошо. Влила. Одновременно влила. Много агро. Лила добивает. Рамзес. Рамзес отбегает. Рамзес бьет папарацци. Папарацци проблема. Папарацци, огромные проблемы, у него нет байбека. Папарацци живет, папарацци его сейчас поймают. Скорее всего, папарацци выживает. Засейвили, боже. Илевен от Рамзеса под Т4. Сейв тут же от Фенрира, боже, как много работы делает Фенрир. Но должен взорваться Young Илевен. Да, он взорвался, у него нет байбека. У Паджика нет байбека, прыгает Ори. No One, Монта, No One продолжает драться. Ори прыгнул далеко, Паша за ним. Будет ли хекс от Паши? Ори с Пашей дерутся. Вот он хекс, Паша за Ори до конца. Нужна помощь, он сам не добьет. Нет, он просто-напросто отгоняет его. Бараки в миде не добили, одного удара не хватило. И Паша, Паша, Мансы, Шмансы, Паша... Не уйдет, не уйдет здесь. Нет, Паша, к сожалению, никак. И барак не добили. Ну, выстояли, конечно, серьезной ценой Вичи через байбеки, но при этом... ХГ по-прежнему стоит. Какая бараки сочная на месте. Дотка, а, у нас? Ты согласен? Да. Дотка прям сок сочный вообще. Ну, дают возможность сейчас Вичи. Вот реально где-то они там заигрываются, подставляются. И это сказывается на игре. Вот это небольшая ошибка оказалась под хайграундом у соперника. Сейчас стоило байбеков, тавера и чуть ли не всей игры. Были близки ВП к тому, чтобы в этой игре выйти победителем. Так, вот Рамзес пытается отсплитить, отправляет иллюзии на топ, тем временем забирают Шрайн. Да, Шрайн на топе упал. Тут Ланем агрессивно выходит на рашпит, забирает хасту, а там уже Рошан появился. И это уже третий Рошан. Ланем не проверил, не проверил он рашпит. Полетели, пошли стрелы. Полетели вот эти вот ужас. Ой-ой-ой, Ланем, Ланем, можно убивать. Можно убивать Ланем, вот кекс. Ну и до свидания, Ланем. Ланем, Ланем есть под сейв. Хорошая курса. Соло минус должны соло. Убить. Соло должны убить. А еще ловить сейчас сайленс. No One, leap out. Дримкоил, хороший дримкоил. И минус лил. Нет, дальше... поймали, поймали, поймали No One, No One, не долетел, лол. Лол, он не долетел, буквально он... пол пикселя. Это липаут... Жесть. Не сработал здесь, к сожалению. Под дримкойлом. Ну все, и вновь у Вичи есть шансы сейчас что-то сделать. Запахло чем-то нехорошим. Подожди, это Рошан, это же третий Рошан. Нет, не буду его забирать. Папарацци. На пуш. На байбек надо разводить, но можно да. Успеть. И Рошана, и байбек на Уана. У ВП был такой шанс. Им вот тогда вот, когда они были на хайграунде, там Паша не хватило, ну, блин, 100 дэмэджа, да? Чтобы добить Фенрира. Чтобы добить папарацци, вспомни папарацци. Они да, почти да, его да, убили. Да, да. Забирали бы его, и вообще все было бы... Так, а рефрешер забрать, парни? Алло? Вори. Вори, видимо, будет забирать, да? Или кто? Думаю. Да, Гем. Гем отдали Ланему, Ори забирает рефрешер. Ну, нормально, 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 на самом деле. Правильное даже решение. И уничтожать бараки надо. Мид надо отдавать ВП, ни в коем случае нельзя за него драться. Байбек придется делать Нунчику, потому что две стороны упадет.
Так, папарацци пугает блинком вперед. Вот так вот еще Монтат. Посмотри, что творит Вилли. Так, пошел ультимейт. Рамзес. Врыв. Врыв пока развлекает. Пашу хорошо вытянули. Паша, Паша, может не успеть ничего сделать. Паша! Не успел байбек. Будет делать? Нет, не будет, пока не будет. Еще Рамзес. Экономит. Рамзес БКБ. Ори минус. Хорошо сыграл Лил. Смотрим дальше. Фенрир далеко ворвался. Фенрир, Паша, после байбека нужно ловить. Они просто уйдут. Одного. А БКБ, ой, курса. Они просто уйдут, потому что Ори допустил... Лил, копать. Хорошо. Фенрир, блин, каут прямо из кончика. Подкопа, вау. Дота классного уровня. Ори дарит шансы. Ори реально подарил шанс сейчас ВП. У него есть на паке рефреш. То есть два дримкойла в потенциале в драке прожать, там какие-то сайленсы. Ну, нереальный контроль. И он врывается под Т4. Зачем? I don't know. Ну, ты да. Понимаешь, бывает все в игре. Это дота. Можно лезть куда угодно, можно движнячить. Ну, тут игра не закончится еще. В ближайшее время, уж поверьте, тут нам смотреть и смотреть еще. Движуха, конечно, лютая. А, я так понимаю, рефрешер... О-о-о, графики. Класс. Просто класс. Рефрешер пак не заюзал? По идее, нет. Не заюзал, заюзал. Он что-то заюзал. А он два ультимейта ставил. В натуре он ставил два ультимейта. Он же врывался, один ставил, потом второй еще ставил. Ну, там вроде бы можно было КД дождаться. Я так думал, они дождутся КД и используют два ульта. ВП хотят выбить байбек. Очень хотят выбить байбек. Не забываем, что байбека нету у Омнинайта и нету у антимага. Пошел на уан дамажить барак. Барак упал. И на топ можно идти. Хорошо. А на топе далеко крипы, к сожалению. Второй барак там. Один хп у барака, он стоит. Добили. Добили, да. Паша. Паша веселится. Слушай, а на топе тоже барак упал? Да, да, вот Паша это ой, сделал. Ой, стрелы, папарацци поймал стрелу. Надо как-то продолжение. Есть Guardian Angel. Засейвили. Лил здесь же. Лил разбивает об голову Абисал. Лил минус. Пашу поймали. Паша, Паша. Ну, Паша тоже здесь погибает. Паша без байбека. Паша без байбека. 124 секунды не будет Павла. Двух сторон нет у Vici Gaming. Но на данный момент игры это, в принципе, не важно. Одной стороны нет у команды ВП. Но центр ничего не решает. В центре не всегда самая короткая линия. Ну, Аганимыч появляется у антимага. Как его вообще сейчас? То есть две линки, Аганим и Лотус. А может кто-то еще соберет Лотус. Все может быть. Давай, почему бы и нет на самом деле. Есть еще пайп. Погнали. Папарацци прям никого не боится. Ну пока он вместо Аганима, понятное дело, вместо Аегиса. Да, здесь нечего менять. Ну ладно, в позиции. Полетели стрелы, тут же уходит. Никто не поймал. Удивительно. Папарацци. Линка, так. Номер один. Сбили. Манта. Хорошо. Висит Лотус. Ноуан. Маны лишают. Сбили Ноуану Манту. Смотрим. Ноуан. Ноуан. Нельзя умирать. Нельзя умирать Ноуан. Ноль маны. Ноль маны. Ноль маны у Ноуана. Байбек. Тут же. Байбек Лил. Пошла драка. Рамзес на развороте. Можно убить Ланема. Ланем. Ланем в хиксе. Ланем. Очень много здоровья у него. Хорошо подсейвили его. Включил Баймейл. Здание надо ломать. Папарацци стоит в стане. Папарацци стоит в стане. Сняли с него стан. Уходит отсюда. Папарацци прыгнул в Рамзеса. Папарацци прыгнул в Рамзеса. Здесь Нунчик наваливает очень больно. Папарацци. У него Эгис. У него Эгис. Первый раз хотя бы его убить. В итоге мы видим, что пока все живы в ВП. Ланем. Лоу ХП. Рамзес. Рамзес может умереть сейчас. Рамзес может умереть. Надо как-то его сейвить. Рамзес живой. Рамзес бьет БКБ. Включает Рамзес. Стрела в папарацци. Это первая смерть папарацци. Неплохо. Все живы в ВП. Перед него гоним. Чудом. Смотрим. А, сторона упала. Вторая сторона упала у них. На... Вот падает прямо сейчас. И на третью сторону будут передвигаться. 20 секунд до Паши. 20 секунд до Паши. ВП не проиграли игру. Пока нет Паши. Это уже хорошо. Ну, классный матч. Рефрешер еще покупает. Будут. Они будут ботпушить, нет? Смоки. Не-не, уйдут. Все, две стороны нету одних, две стороны нету других. Байбеки не настолько они наглые. Рамзеса. Кулдауны на байбеки пройдут сейчас у антимага. Да. На это и рассчитывают. На это и рассчитывают сейчас Вичи, скорее всего. Дабл дэмэдж. Блин, классно. У папарацци. Ой-ой-ой. Это неприятно. Это очень неприятно. Сейчас линия просто упадет, если не подставится. Это тупо нечестно, на самом это деле. Может быть ГГ просто сейчас с этим ДД? Да. Если они не прочекают этот дабл дэмэдж, если хотя бы не пойдет, не фейсчек. И Рамзес. У него есть выкуп. Это не страшно. Рамзес. Теперь он понял. Рамзес успеет ли что-то сделать? Нет, Рамзес погиб, есть байбек. Рамзес, надо делать байбек моментально. Ори погиб, как же расстрелял его сейчас Ноуан. Ори не может быстро вернуться в драку, это довольно важный момент. Ну и придется, наверное, отойти. Ноуан, липаут, папарацци, гем валяется, да неважно, можно забить. Бегают ВП, тревела второго левела у Ори. Купил, будет ли делать байбек? Он ждет момент, он не понимает. Некому забрать гем. Да слотов нет на этот гем. Забить, стрела, ух, там прям под гем залетает. Левен, да, был рядом. Соло забрал гем, хорошо. Ух, какие нервишечки-то пошли.
Так, ВП потратили все байбеки, там есть 4 байбека. ВП нужно сейчас каким-то чудом минут 6 жить. Я это не нереально, это нереально. Их будут давить. Этих минут просто не будет. А никто не подставляется у Вичи? В том-то и дело, они в пятером всегда сейчас находятся. Ну, я только что видел, как быстро умер Пак. Но Уан наваливает лютым образом. Пак любит подставляться. Вот, да. Последние пару драк он реально там подставляется, получает какую-то стрелу, даже без стрелы погибал. Пак очень агрессивно работает. В этом его минус сейчас. Так, мегапарация что дали, если будет фармить? Графики, ну, понятно, там уже уходят в космос для команды. Да, сейчас не важно, на самом деле, уже. Ну, хотя, что, если будет там 40 тысяч преимущества, это будет важно. Но хотя 25-е мы видим уже у Паши, у Рамзеса, у Нуана. Да, это Лил 25-й. Не особо. Лил 25-й нужен. Вот Лилу нужен 25-й. А долго ли ему? 21-й пока, еще далеко. Да, еще далековато. Хекс в АУЕ, это то, что очень надо. Если что, можно будет даже иллюзии антимага разбивать. Да, да, да. Хекс в АУЕ с маленьким кулдауном просто погнал и веселишься, как бы. Это то, что действительно может помочь команде Virtus.pro. Паджик. А что у Паджика на 25-м? Из ну, плюс есть. ХП там, либо... Флэш-хип или 3 секунды, секунды дисмембера. Секунды контроль, да. Ну, 3 секунды дисмембера... Ну, под копом Хексом взбивается, БКБ у него да, нет. Да, да, такое, такое. Флэш-хип. Так. Под репелом и кушаешь. А? Репел и дизейбл на 8 да. секунд. Класс. Да, это неплохо. В таком случае... Ну, тогда репела не будет на каком-то товарище антимаге, либо... Да, еще кто-то. Ланем вообще не печалится. Смотрит лицо. Лил очень хочет 25-й. Очень он ему нужен. Где же его взять? Ну, очень далеко. Это нереально вот так быстро сейчас получить. Пытаются засплитить. Все, идут. Вичи Гейминг идут заканчивать, на самом деле, мне кажется. Нижняя сторона стоит. Они ее подпушили. Антимаг там иллюзиями ее протолкают дальше. Я думаю, будут ждать Аегис. Я реально думаю, что будут ждать Аегис. Но они тем самым дождутся байбека у кого-то. Ну, вот, по крайней мере, у Паши через минуту байбек. То есть хоть один байбек уже будет. Да, самое главное это No One Ramzes. Это 5 минут 15 секунд. Роса, Рошан через 20 секунд. Да, не дождутся они ничего. Ни у кого не будет байбека, они поломали шайны. Еще один дабл дэмэдж. Да что же это за... Ну как это работает? Вот как это работает? Руны респаются сразу две. Как бы либо на топе, либо на боте есть шанс того, что появится дабл дэмэдж. Ну вот всегда возле Рошана нужный, правильный. День рождения у Гейба сегодня. Да, день рождения не знаю. У Гейба. Мы на самом деле сегодня реально день рождения у Гейба. Мы его с ним поздравляем. Гейб красавчик. 53 ему сегодня, по-моему. 50 или 55. Или 53. 53, 53. Ну что, Рошан будет ли от Вичи? Не проверяют они его даже? Что-то там они вместе собираются, да не выходят на соперника. Время попытка... работает сейчас на Virtus.pro. Ну, это да. Однозначно. Байбек у антимага, у Амнинайта есть. Стрелу поймал Фенрир. Тут же его не видно. Ну, далее нечем ловить. Слишком далеко все тиммейты, да и позиция плохая была бы. Надо еще пожить 3 минуты. По крайней мере, Леон и Мирана будут иметь байбеки. А если 4 минуты и 10 секунд, чтобы байбек был... Что делают Вичи? Вичи халдятся. Вичи там Рошан. Раздевардить как-то. Ну, боятся на Рошана. Да, они даже не чекали. Вот проверили. Вот, наконец, вот только сейчас проверили, да. Ну, в секунде он, конечно, погибает, этот Рошан. Поэтому надо быстренько. Там Виверна может два ультимейта иметь, к примеру. О, это круто. Вот почему бы не забрать его сейчас? Так, есть на этом Рошане тоже рефрешер? Да, yeah, есть. Да, на каждом. Я думал, блин, только на третьем. На одном только, да? Это было бы круче, если бы только на третьем он был, а так на каждом. Тогда бы пол игры стояли и дефали его, ну, пытались бы зайти, там, прочее. Валвы, надо поточнее писать чейндж-логи. Начиная с третьего. Ой-ой-ой-ой-ой, огоним вам не надо. Га, обеспечен. Да, знаешь, Омник в новом патче смотрится очень-очень-очень колоритно. Да, учитывая тем, что вот диффуза сейчас не совсем у тебя диффуза. Игра... Название нужно менять диффузом. Да, смотрим, кто забрал. Ори опять забрал рефрешер, Ланем забрал сыр, Эггис забрал антимаг, Фенрир стоит. Мне кажется, ждет. Пак это не лучший вариант сейчас с рефрешером. Лучше. Либо Фенрир, хотя, либо... Хотя, ты знаешь, у него же аганим. А, поэтому у него очень неплохой такой ультимейт. Если их два поставить, ну, это всегда весело. А у него еще и Dreamcoil Rapid Fire бьет. Слушай, это больно. Ладно, да, в таком это случае больно. Да. Еще и Мьёльнир у него есть. Это очень больно. В таком случае, да. Окей. Ну, хочется. Сильные китайцы, они знают все. Да. Они все знают. Да, это вам не рассказывает, что он неправильный талант взял. Все он правильно взял. Вы ничего не понимаете, товарищи.
Так. И смотри, что Антимаг купил себе еще МКБ. Ну, чё б не было. Второй ПВЕ билд у него пошел. Надо два билда в такой игре в любом случае. У нас первый час уже заканчивается этой катки. ПП сегодня играет минимум 50-минутные игры. Очень сложные матчи им даются. Абсолютно все и против Фнатик. Ну, не только ВП даются эти матчи. Ну, сложно. Да, да. Другим минута, командам также. Минута до байбека. Они, я не знаю, считают Вичи Гейминг? Нет, я думаю, нет, не считают. Если бы они считали байбеки, они бы сразу пошли после убийства Рошана. Но они чего-то ждут. Они ждут возможности, что ВП подставятся. Ну, как бы ожидать от ВП такое можно, но вряд ли они будут так ошибаться. Ну, Вичи сейчас дают надежду. Вот заходи сейчас, ну, реально, 30 секунд осталось, все, байбек уже будет. Даже если Вичи прям в эту секунду побегут, а у них там еще далеко один из героев, Паджик сейчас бежит. Они уже дали шанс ВП хотя бы двух героев по две жизни иметь. То есть Сикер, окей, Сикеру еще целую минуту, Сикеру не дадут, например, дождаться байбека. Сикера минута 30, что это слишком там много. Не в Сикере даже проблема, там проблема вот в Нуване. Сикер, он там зонит, по сути, да? А Нунчик наливает очень много дэмэджа. Так, Майку что не видно Винтер Виверна, не знаю, где она. Типа, давайте зафокусим ее. На самом деле, это правильно. Винтер Виверна здесь жесть, как портит все. Никого не будет. Рулан Нэм подставляется. Ламан не убить его. Не убить его, так, нужно забить. Вот так вот. А у него еще и диск. Папарацци в сайленсе. Папарацци сбрасывает его. Смотрим. Папарацци. Как больно. Хекс. Папарацци. Ну и папарацци-то можно сейчас постараться как-то пробить. Нет, не могут. Не могут. Далеко пошли. Ланем забегает. Папарацци заставили потратить все. Потратили ультимейт. Прыгает Паша. Теперь надо в контроле держать как-то папарацци. Стрелы полетели. Папарацци уходит отсюда. Разломали Ланема. Дальше. Дальше погоня должна быть. Дальше ловить. Папарацци сбили еще одну линку. Боже, как же там много все-таки там сейва на этом парне. ВП отбились. Отбились. И получают время для Рамзеса. Ну все, Рамзес успеет. Откулдаунится. У него байбек. Ну, явно тут... Вичи не пойдут вчетвером, хотя опа! Попытка, но ван, ну, есть и висел. Форстап, все, жив, Лил говорит, иди отсюда, 23-й левел Лила. Роуз ловил, так, а далее? Дали бы продолжение, побить, нет? Побить слоу-граунда вот так, просто заставить потратить какие-то спелы. Так, тут еще и соло получит, смотри, уровень. Соло 20-й плюс получит скоро. Ну, Лилу еще все равно очень далеко. Да, Лилу 23-й. Далеко. Книг нет, книги нужны, но книги уже, ну, лежит у него в квикбае, на 60-й купит, но мы понимаем, что у этой книги маловато, нужно больше золота. Тут смотри, Рамзес, 6300 у него, что будет покупать себе. Так, Муншардик, хорошо, тоже полезно. Паша отталкивает линию, да, не могут фичи зайти. Паша Кираска. Кираска скоро будет, но нужны денежки на байбек еще однозначно. Тут это вообще не обсуждается. Байбек кулдаун прошел у Рамзеса, но сейчас денег нет. 130 голды нужно. Что-то, видимо, скажу купил одно. Рамзес. Вот, так, попытка выйти от ВП. Хорошо, посмотрим потом. Обсуждаем. Линка. Тревела он купил. Так, погнали. Папарацци стоит здесь на руне. Взял дабл дэмэдж. ВП... В курсе, видит. Сбили первую линку, Паша прыгнул, Илевена, фокусить надо Илевена, надо держать контроль Илевена. Всю абсолютно драку, прыгал Антимаг на Рамзес, дабл дэмэджем Антимаг, очень сложно драться против него. Папарацци сейчас хиксе, папарацци сейвит его, Виверна, как классно действует Фенрир, все-таки соло отбегает. Ори, все стрели. Живы драки, все стрелу живы. Словил. Так, поймал. Умер, первый раз умер. Ланем танкует лицом. Соло, скорее всего, умрет. Ланем расстреливает. Блейдмейл не хочет стрелять. Да, соло погибает, у него нет байбека, остальные убегают. Ну что, Аэгис сбили. И байбеков пока не потратили. Рефрешер Ори провязал уже или нет? Еще не провязал, по-моему, Ори рефрешер. Не провязал. Использовал, где-то, да. Где-то использовал. Опа! Заходить просто на ХГ. Они понимают, что там меньше людей. И через бэкдор пробьют. Даже бэкдор к тому же отключился. А это мега-крипы, ребят, сейчас будет. Это будут мега-крипы. Ланем, папарацци просто лицом бить. Все, это надо суицид. А его не остановить. Не остановить его никак просто здесь. Вот так вот. А глиф, да, вот это неприятно. Ну, глиф недолго действует. Папарацци уходит спокойно от Бладрайта. Хороший заход сейчас должен быть. Еще один Пашел, еще один Бладрайт. Попытка номер два. Атос, прыгнул Пак. Хорошо, надо не разрывать ни в коем случае. Разбили об голову Лилу. Лил жив, пошел тем временем Guardian Angel. Лил все еще живет, Лил умирает. Лил, байбека у него нет, к сожалению. Паша дерется до конца. Паша тут же надо делать байбек. Паша будет его делать, вот он байбек. No one тут же надо делать байбек. No one делает байбек, моментально возвращается в игру. Замес по Рамзесу. Рамзес проседает очень сильно. Рамзес тоже погибает, тут же байбек. Втроем сделали байбеки. Ну и последний барак, Ланем. Ланем танкует, Ланем готов себя разменять на этот последний барак. Много дэмэджа по бараку не надо. Как же отыгрывает Фенрир? Стрелу словил.
Ну, толку мало, браки упали. Все, мега крипы пытаются убить папарацци. На нем просто миллиард этих линкенсфер, но у него по-прежнему действует аганим и курса папаши. Великолепно. Папарацци добавляет немножко дэмэджа. Папарацци разбил абиссал Паши. Минус Паша. Все. Без Паши тут уже ничего не сделать. Но больно. Ори словил еще одну стрелу. Ори погибает. Ну, у него есть байбек, все нормально. Рамзес, конечно, быстро бегает, но мега крипы, и эту игру Virtus.pro выиграть будет невероятно сложно. Вторая стадия игры теперь. Антимаг. Ну что, переходим в мидгейм. Хорошо. Посмотрим, насколько долго этот мидгейм продержится. Не особо я верю в это. Для ВП все очень плохо. Нет байбеков. У соперника есть байбеки. Соперник просто дождется эти байбеки сейчас. Что дожидаться там? Респаун дожидаешься, забираешь Рошана следующего и... Аегис, рефрешер и сыр. Просто будет повтор уже. Вот Вичи, но в этой ситуации уже у ВП не будет возможности возродиться за деньги. Да, ну должны вот сейчас буквально перегруппироваться, дождаться Ори с его... Ну дожмут, по идее, ультиметиком. Здесь. Если не ошибутся серьезно Вичи, они смогут дожать. Нет, конечно, спокойно. Да. Тут нельзя проигрывать. Вообще нельзя проигрывать. Сол 21-й. Что там у Леона, кстати? Получил он 25-й. Рамзес возвращается на базу. Да. Отпушить далеко не получается. Папарацци уже на боте. Папарацци просто закупается по максимуму. Уже игрыжные тревела, еще 8 тысяч есть в плюсе. Очень много денег у него. 51 тысяча. Да. 800 крипов. Хорошая игра. Много. 800 крипов. До 1000 надо дойти. До 1000. Ну ничего. За час мы перебрались на этом турнире. Это первая игра, где перебрались за час команды. То есть в этом патче. Это первая игра, где команды перебрались за час. Мы уходим сейчас в Uberlaid. Ну, ситуация понятна. У Vici Gaming есть антимаг, на котором... вешается столько сейвов, что мама не горюй. И еще у Vici Gaming есть эти, как их? А, мегакрипы, вот. Да, неплохие такие пацаны, которые быстро ломают базу. Да, рапиру хочется купить себе, конечно, Нуан. Простите, Мидуан не в этой команде играет. Фенрир, так, выход за соло. Соло не видели? Или видели соло? Видят. Видимо, далеко знали о нем. Есть рапира. Ну что, это действительно last chance у... Ну ладно, появляется Рапирос. Эрол. Залетает по крипам. Ланема видят. Отходят Вичи, но это, скорее всего, Рошанчик, да? Другого варианта здесь нет. Да, Рошан, это обязательно. И в ВП, кстати, можно постараться поконтестить, но, блин, крипы на базе. И это проблема. Если они не в пятером, они... Да, там нижняя линия, посмотри, как далеко ушла. Да, и это беда. Не смогли отпушить вовремя, и в итоге Нуан сбили линку. Фенрир поймал Нунчика. Нужен подсейв, если Нунчик сейчас... Иллюзии убьет, больно бьют. Закончилось. Иллюзии очень больно бьют. Нуан живет. Жив. Есть подхил. Не уйдет. Он умирает, рапиру дропает. Тут же Guardian Angel, Нуан без байбека. И спокойно тут должны дожимать. Сейчас Vici Gaming своего конкурента. Соло поймали. Ну все, это good game. 66 минут длилась эта первая карта Best of 3 серии, и выигрывают ее Vici Gaming в невероятной борьбе. 46 тысяч преимущества у них в конце. Ну сколько антимаг, сколько денег заработал, как бы, да. Начнем с этого, там 50 с чем-то тысяч плюс. Как же сложно играть против такого антимага, на которого настолько много покупается артефактов. Это все несколько ошибок, которые были допущены, вот. Вот ВП должны были выигрывать эту игру, когда заходили по миду, когда не хватило вот той самой чуточки. Вот когда антимаг ушел, когда ушел там Фенрир, и все остальные смогли спастись по там, итогу. Там было дело в том, что не добили Фенрира, после этого он засейвил антимага, он засейвил еще кого-то. И в итоге ВП уже потом маяковали, что, ребята, фокус Фенрира. Это наша цель, это цель, от которой мы должны отталкиваться. Если мы не будем убивать эту цель, к сожалению, у нас ничего не получится. Но Фенрир позиционку держал великолепно. И сколько было сейва на антимага? Да, это жесть. Помимо Фенрира, там сколько линкин сфер, сколько лотусов. Слушай, и две прочего. Две линки, лотус, Cold Embrace, Repel, аганим антимага и Guardian Angel. Что с этим делать? Как это пробивать вообще? Да никак это не пробивать. Это невозможно преодолеть. Слишком много использовалось всяких бустов. Но для самое товарища главное, антимага. Они пытались все равно это делать. И это фанчик.
То есть это прикольная тема. Но... Да, конечно. Когда вот игра для Вичи заходит уже там за 50+, за 40+, минут, это для них это фанчик, потому что есть антимаг, которого, по сути, вот, ну, нечем уже разваливать. Паджи, комментаторы сказали, что...